Особые слова благодарности в этот праздничный день ветеранам Великой Отечественной войны, участникам афганских событий, тем, кто всегда стоит на защите интересов своего государства. Среди них полковник в отставке Виктор Хрисанов. Наш корреспондент Сакинат Малаева встретилась с ветераном и изучила его историю жизни. На военной службе более 30 лет. После окончания десятилетки в 41-м направили в военное училище. Через год звание лейтенанта Виктор Хрисанов на передовой. С сентября 42-го по 45-й он принимает участие в боях на Сталинградском, Донском, Юго-Западном, Третьем Украинском и Первом Белорусском фронтах. Ветеран вспоминает, тяжелее всего было отстоять Сталинград. Мы первым потеряли половину, пошли в наступление с рассветом тоже. Нас немцы задержали немного, мы задачу выполнили. Вот. Наш комиссар был убит. Погиб мой помощник Можин, старший сержант, всю войну прошедший, погиб в этом бою. Я был ранен бедрой голень. В разное время командир взвода стрелковой роты, командир минометной роты, командир батареи полковых минометов. Воинские звания – лейтенант, старший лейтенант и уже в 22 года капитан. Награжден 5 боевыми орденами. Победа Великой Отечественной для него была делом чести. Войну закончил у стен Рейхстага. И сейчас, спустя 73 года со дня победы, с трепетом вспоминает этот великий подвиг советских солдат. Поздно не освобождал и... Подошли к Берлину на расстоянии 55 километров, заняли плацдарм на прямой линии на Берлин. Я в то время командовал уже ротой, минометной ротой. И 18 апреля 1945 года мы пошли на Берлин через Зейловские высоты. Все, кто проявил мужество и отвагу в различных войнах и в тылу врага, пригласили за общий праздничный стол. Поздравить ветеранов приехали первый заместитель председателя правительства Анатолий Карибов и в Рио вице-премьера Рамазан Джафаров. Атмосферу праздника поддержал и сводный хор, исполнивший песни военных лет. Максимально стараемся внимание уделять людям пожилого возраста, для ветеранам. Навещаем их на дому. Ну, сегодня решили в таком маленьком кругу, у кого есть возможность, у кого есть здоровье, силы, пригласить и поздравить их с Днем защитника Отечества. Особое внимание в этот день юбилярам. Участнику Великой Отечественной войны Валентине Авериной исполнилось 90. Женщине зачитали поздравительную телеграмму от президента страны и вручили памятный подарок. Сакинат Малаева, Саид Кутиев. Время новостей.